Бездомная собака в Индии пересекала железные ворота, он подумал, что повернет голову и пройдет. Неожиданно его задние лапы резко застряли на железном заборе. Нетерпеливый, он продолжал мчаться вперед и прыгать вперед, но его задние лапы все еще были неподвижны. Беспомощный лай и скулёж собаки привлекли внимание близлежащих жителей. Соседи беспокоились, что они пойдут на помощь без причины, и боялись быть укушенными собаками. Поэтому они уведомили Animal Aid Unlimited, организацию по спасению животных, чтобы прийти на помощь. Персонал, который первым пришел на помощь, медленно подошел к собаке, пытаясь успокоить ее. В течение этого периода эти сотрудники продолжали гладить собаку, чтобы успокоить ее эмоции и установить отношения взаимного доверия. Затем сотрудники подняли собаку и помогли ее задним лапам выбраться из ловушки забора. Собака очень счастливо ухмыльнулась. Собака также была отправлена в приют для животных, и в дальнейшем он найдет своего хозяина. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.